2015 года. 22 часа 45 минут. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. Это я. Это я. Приготовила сейчас себе яичницу. Так, слушаем. Запись. Аудиозапись. Сейчас я покажу мой ужин. Мой ужин. Такие вот дела. Загружаю видео. Thank you.
Скажу это на видео. У меня уже
потом читаю книжку Джозефа Мерфи. Вы можете стать богатым. Thank you.
собирался мне помочь? Тягать. Он собирался помочь мне носить эти вещи, да? Ну, вы видели, чтобы он как-то помог или еще что-то? Нет, видите? Понимаете, зачем он, если бы он хотел мне помочь, он бы вас пропустил, вы поняли, да? Зачем ему мне помогать, когда он сказал, что ну, пройдите и помогите ей? Вы понимаете, да, это нелогично. Потом он вам сказал, что мне нужно переоформить мою карточку, ну, продлить, да, вот это, чтобы входная была. Вот. Но в то же время вас не пустил. А почему он вас не пустил? Вы, в принципе, он знает, что это моя собственность, я купила это. Вы мой гость, он видит, что мы вместе, что я... Он еще говорил, что это... Что за неуплату отожмут у вас этот эллинг. Ну, на всеобщем собрании. Какое-то всеобщее собрание будет. Ну да, да, это... Отберут эллинг. Счет погашения коммунальных этих услуг. Ну, я не знаю, как это началось. То есть он вам такое сказал, да? Ну да. Ну да, другой мужчина тоже мне сказал, что говорит, вы придете на собрание, как собственник, будет собрание, может быть, нового председателя будем выбирать. Он говорит, что... Ну вот мужчина подходил там, как говорится, такой, который тоже часто гуляет. Ну, Стенинг мне что-то такое говорил. Ну, даже не знаю, что сказать. Эллинг я продаю. Понимаете, я им столько не должна, чтобы сколько стоит эллинг, вы понимаете, да? То есть они могут сказать, что, ну, в общем, продавайте эллинг, компенсируйте платежи, понимаете? Почему, понимаете, он вам так сказал, а у меня есть запись, на которой Стенинг мне сказал, что мы подали на вас в суд, да? Ну, то есть, что я, ну, как бы, что я должна по коммунальным платежам, и что суд вынес решение, вы понимаете, да? Если суд вынес решение, то должны прислать какие-то документы официальные. То есть, ну, официально, а не то, что там что-то отобрать, понимаете, заниматься каким-то произволом. Денег мне сказала, что официально, они будут это решать официально через суд. А суд может постановить, я не знаю, там, если они, как там, если они правда подали документы в этот суд, вот, чтобы я заплатила, вы поняли, да? А чтобы что-то там отобрать, ну, это как бы... Их намерение понятно. Они меня еще зимой, в общем, как-то это... Так что вот. Если там какие-то официальные бумаги, должны были мне прийти там на мой, на комендантский, или здесь они должны были тогда меня знакомить с этими бумагами. Понимаете, если у них официальные... Он мне сказал, что в июне, уже в июне, с июня у них есть бумаги официальные по поводу моих коммунальных платежей. Тогда он должен был мне, вот я не знаю, там, или прислать эти бумаги, или сюда. Да, сказал бы, вот официальные какие-то решения, будьте любезны заплатить. Понимаете, да? А не то, что, понимаете, то, что бандиты мы там отнимем, там еще что-то. Я это купила, да, это не закончено. Я купила пай, понимаете, вот в качестве вот этого эллинга официально, у Елохиной. Поэтому, если он сказал, что продлить карточку, ну вот, ну, в принципе, карточку... Они как собственник, понимаете, я же собственник. Они обязаны вам да, они обязаны, потому что я, понимаете, я мало того, что я член кооператива, я купила этот пай, даже, ну хорошо, там, я там должна по платежам, но как бы карточка, документы-то должны быть у меня, вы понимаете, да? Ну вот, ну, да, дело такое, что я переоформляю, на мое новое имя, отчество и фамилия. В общем, все это.
вопрос. Ну хорошо, он вам сказал, что не пустит. А на каком основании он сказал, что вас не пустит? Ну, по их внутренним правилам каким. Хотела я поругаться, понимаете, все надо, вот права качать, ругаться. Хотела я, когда он вас не пустил, хотела. Сначала думала, ладно, пойду посмотрю вещи, потом думала, ладно. В принципе, такие не очень тяжелые, там, и стульчик возьму, там, вот это, ну, понимаете, и стул, и мешки, и вот это все носите, все это, понимаете, это, ну, в общем, это выходит в общей сложности, вы поняли, да? Честно говоря, конечно, надо было пойти с ним поругаться, сказать, что, знаете, что, отличные вещи, надо было, конечно, поругаться в следующий раз, конечно, я, конечно, так это не должно это остаться, надо было, конечно, по внутренним правилам, но хорошо по внутренним правилам. Я за личными вещами приехала, что я должна сама таскать, вы мне помогаете, вы поняли, да? Я, как бы, в общем, он видел, что, как бы, что вы как бы со мной, вот, ну, надо было, конечно, ментов вызвать, сказать, что вот, ну, понимаете, этот момент мне тоже сказал. Вы вызвали, потому что вы не пустили вам, ну, опять у меня стал бы говорить, слушайте, заложенный вызов, сейчас я вам это, вы поняли, да? Но вызвать можно было, конечно, потому что таскаться самой, ну, потратить время, он бы приехал. Сейчас следующую запись. Сейчас я паспорт мой принесу. Паспорт принесу. Сейчас следующую запись включу. Так, сейчас.
заснимуси. Крупненько себя заснимуси. Действующий паспорт. Александра Татьяна Юрьевна, мое новое имя, отчество и фамилия, Татьяна Салмановна Макту Сайфуддин. Мой паспорт номер 4018-109-216 МВД России по городу Санкт-Петербург, Ленинградской области, 07.08.2018 года, код подразделения 780-041. Это мое свидетельство о перемене моего имени с Александровой Татьяной Юрьевной, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Так что вот. А это моя справка. Мои справки на мой эйлинг, который я продаю в Петербурге. Санкт-Петербург, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, корпус 2, эйлинг 24. Так что вот. Так что вот. Такие вот дела. Здесь нужно еще. Тут еще одна лампа. В общем, как-то здесь лампу нужно еще одну включить. Включу еще одну лампу. Включить еще одну лампу. Сейчас посмотрю. Какой свет. Что вообще такой свет поставить? В общем, свечу. Свечу я на себя. Так что вот. В общем, проверяю, какой свет. Еще одна лампа, чтобы побольше света было. Так что вот. Сейчас я еще здесь крупненько засниму. Так что вот. Татьяна Салмановна Макту Сайфуддин. 23 часа 43 минуты, 28 июня 2019 года.
жалуюсь, ко мне уже звонил твой мужчина неоднократно. Вот, после 31 числа я стала привозить мои вещи, коллекцию одежды. Вот, я хочу коллекцию, в общем, моих картин и, в общем, мебели. Вот, очень по сегодняшнему дню, в час дня, стали ломиться в мою дверь, но я не открыла, я спала. Я просто позвонила Василию. Вот, ну, в общем, короче, Василий, это мой гражданский муж. Вот, и он живет отдельно, в общем, короче, ближе... Нет, я не работаю. Официально я не работаю в состоянии здоровья. У меня диагноз миопатия 20 лет. Вот, можете записать, вы понимаете, да? Я писатель. Ну, в общем, короче, ближе к делу. В общем, в 6 часов. В 6 часов вечера. В 6 часов вечера. Я вышла к лифту. Да, знаете что, я вам даже зачитала. Смотрите, я уже написала. 2 апреля 2019 года, около 17 лет вечера, я вышла на личную площадку к лифту. По адресу, ну, в общем, ну, по адресу вы видите, да? Там стояли соседи из 93-й квартиры. У меня высшее образование. Вот. Там стояли соседи из 93-й квартиры. Супруги Егорова, Борис Николаевич. Да, я их знаю 28 лет. Вот этих, значит, так. И там же стоял высокий, молодой, в синей футболке, спортивного телосложения мужчина, которого я не знаю. Эта соседка из 93-й квартиры, придерживая дверь рукой, стала говорить, она же ненормальная, на меня. Понимаете, я, честно говоря, обалдела, и этот мужик стал, он вообще вот так вот, я сейчас ее убью, закопаю. Я, честно говоря, от такого, вот она придерживала дверь, вы понимаете, да, а я уже писала заявление, что, в принципе, вот те соседи, как вы говорили, хотят, вот у меня, в принципе, мои родственники хотят, мне как бы хотели отобрать мою недвижимость, и мое, так скажем, вот, вы понимаете, да? То, что вот у меня есть, поэтому дверь я не открываю. Обороняю сама, но это не значит, что как нужно так вообще, вот, то есть конкретно по делу, но объясняю. То есть она придерживала дверь, я это написала, но я вам вообще говорю, ну хорошо, давайте вам скажу. В общем, короче, придерживая, понимаете, придерживая дверь. Да. Да, они вдвоем стояли. Причина? Вы знаете что? Что им не нравится? А что им не нравится? Нет, ты так знаешь, почему? А, знаете, что им не нравится? Я вообще дизайнер, я вот в университете, у меня была такая, я крашу в кармалин, я открываю водичкой, я
Там еще тоже эти аудио, вот, эти разговоры я
телефон, на диктофон. Так что вот. Да, Петрусенко. Моя суперзвезда, эти носи. Эти носи. Такой фильм смотрела, там такая-то очень симпатичная женщина, этим носом шевелила, такая волшебница была. Да Просперуся, такая волшебница, да Просперусенька. Но Просперуся тоже волшебный носи, да Просперусенька. Просперусенька, Просперуся волшебный носи, да Просперуся. Ну Просперуся, моя красота, сейчас возьмем другой телефон. Этот нужно на подзарядку поставить. На подзарядку. В общем, там загрузила видео, это видео загружалось у меня много часов. В общем, загрузила сейчас видео, это видео сейчас загружу я. Загружу на мою страницу ВКонтакте. Сейчас загружу на мою страницу ВКонтакте. Так что вот. На страницу ВКонтакте, да, Просперусенька, моя красота.
Наглядно, есть эти штучки. Девочка Проспируса. Проспирусинка, ты уже взяла конфетку там?
тебе еще положу. Еще положу. Насыплю еды. Положу. Покушать. Посмотрите, сейчас положу. Побольше еды. Где моя штучка? Моя красотка, моя девочка.
телефон мобильный.
шарики тут у меня валяются. Наверное, она стряхнулась. Ну да, лампочка. Может, Крюсенька, лампочка. Придется ее выворачивать. Ох, выворачивать лампочку. Новую вернуть надо. Ох ты, Крюсенька. Лампочка упала. Как же так, Крюсенька? Что у нас с лампой? Так, с лампой. В общем, надо как-то ее починить. Надо как-то ее починить. Ой, в общем, короче. Короче, эта лампочка немножко она упала. Загружаю видео, опубликовать. Сейчас еще пару видео загружу. Так что у нас 0 часов 50 минут. 29 июня 2019 года. Ой, кстати, нужно сейчас будет подзарядить. Thank you.
видео. В общем, я звоню в этот, в охрану кооператива «Марина», чтобы пропустили машину, доставку, доставку продуктов. Ну и так, 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 я же это, сейчас я поставлю на зарядку, туда поставлю, в общем.